Мирза Улугбек был любимым внуком Амира Тимура. Родился в 1394 году, 22 марта. Он 43 года был великим падишахом, делал великие дела, строил мадресы и писал книгу. Книга называлась «Зиджи». Он в книге писал то, что сам изучал больше 1000 звезд. И он умер в 1449 году. Мирза Улугбек построил это здание еще с детства. Это было трехэтажное здание, его закопали. Раньше это здание было 48 метров, потом это здание закопали. После смерти Улугбека люди откопали это место, и сейчас оно 11 метров. Пойдемте покажу. Здесь посередине ходил сам Мирза Улугбек, по сторонам ходили его помощники. Он днем тоже смотрел и изучал звезды. Он изучал более 1000 звезд, и его карты показывали даже в Европе, в Китае и в Индии. Обсерватория раньше выглядела вот так вот. Они здесь изучали днем звезды. Обсерватория выглядела вот в таком вот виде. Мы уже нижнюю часть видели, а верхнюю часть уже закопали. Это один из оставшихся камней от здания. В Европе и в Китае пользовались опытом Мирзы Улугбека и построили точно такую же обсерваторию. Обсерватория в Кашкадаре. В сегодняшних днях можно увидеть звезды даже днем.